Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, говорю я всем поклонникам футбола. Приглашаю вас на замечательный сочинский стадион «Фишт», где уже через несколько минут начнется встреча третьего тура «Мелбет» первой лиги российского футбола. Футбольный клуб «Сочи» принимает футбольный клуб «СКА» из Хабаровска, или «СКА Хабаровск», так правильно, так полное название клуба звучит. Поехали! Ну что же, давайте смотреть за игрой. Сочи начал этот матч с центра поля. Ну и давайте смотреть, как эта встреча будет складываться. И может получиться здесь что-нибудь. И эта передача под удар. Удар в створ есть у нас. Удар состоялся. Пусть и не очень сильный прямо в руки, но тем не менее. А вот эта контратака может получиться. Справа есть партнер. А передача идет на Гангадзе. Удар! Ох, я вам говорил. Я вам про это говорил. Георгий Гангадзе — человек, которому нужен момент. И у него этот момент возник. Это очень неплохой нападающий. И он этот момент замечательно реализовал пушечным ударом в верхний угол. Поймали хабаровчане момент. Ох, неплохо так. Кстати, это вариант. Ничего себе такой вариант. Правым флангом неплохо. Дальше, дальше, дальше надо продолжать. Хорошая атака и очень хороший момент. Ну вот эти моменты уже можно записывать, что называется. Гуарирапа здесь не попал по мячу так, как, наверное, ему хотелось бы. Передача классная, да даже головой-то не попал по мячу. Навес. Молодец, вратарь. Отметим Имамова. Контратака, может быть опасная. Егор Носков. На левый фланг. Ух, какой дриблинг, а дальше момент под удар здесь. А очень хороший дриблинг от Альбека Гангапшева. Просто раскачал двух защитников, раскидал их в разные стороны, ворвался в штрафную, посмотрите. И приносит результаты. Побольше точных передач у Хабаровска. Удар, дальний угол, 2-0. А вот это уже исполнение. А это просто красота. Причем еще и ногу свело у футболиста. Я не вижу, кто забил. Но удар идеальный по исполнению. Просто... Сегодня СКА Хабаровск свои моменты реализует, ну, просто на загляденье. Это Камран Алиев. Опять она не приходит к игроку Сочи. И этот пас. Очень долго мяч летит, но... Ой, браво, вратарь! Ой, здесь браво, голкипер. Просто блестящая игра от Ислама Имамова. Так, Бурмистров. Нет офсайда, передача. И здорово в обороне действуют футболисты Сочи уже в который раз. Бурмистров все сделал правильно, но очень здорово сыграл. Это был Артем Быков. А, вот так. Мы пропустили гол немножко. Но, тем не менее, гол-то состоялся. Ну, наконец-то получился угловой и хороший удар головой. Да, здесь все четко. Качественная подача. Гуайрапа, скидка и удар! Браво, Имамов! Фантастика, что творит вратарь. И атака это была неплохой. Раз скидка, два скидка. И здесь удар в касание. Блестяще играет голкипер. Посмотрите, парирует ногой этот мяч. И стоило подержать мяч, зацепиться за него. А так будет еще один навес. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это Федоров. Не попал в створ в этой ситуации. И что теперь скажет арбитр? Мы посмотрим. Все. Матч закончен. СКА Хабаровск одержал крайне важную для себя победу и в психологическом, в каком угодно смысле. Сочинцы боролись. Сочинцы очень старались. Сочинцы все, что могли, сделали. Но, тем не менее, проиграли.